Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». Меня зовут Владислав Кислицын. И у меня для вас очередная приятная новость. С 9 марта по 9 апреля мы проводим новую акцию для наших покупателей. У нас есть для вас 5 подарков. И 3 из них находятся у меня сейчас на столе. Итак, если вы покупаете один из присутствующих здесь самогонных аппаратов, на сайте «Русская дымка» или в магазине «Русская дымка» в вашем городе, аппарат «Германия-3», аппарат «Дымка» или аппарат «Родник», соответственно, вы попадаете в число счастливчиков, которые приобрели, полностью оплатили один из этих 3 аппаратов. И 2 из этих счастливчиков, которые с 9 марта по 9 апреля совершили такую покупку, выиграют коптильню горячего копчения «Ханхи», которая... Вот здесь у меня ее нет, потому что она у меня дома, потому что я дома снимаю копчение, так получилось. А среди всех тех, кто приобретет в это время коптильню горячего копчения, мы разыграем 3 самогонных аппарата, соответственно, «Германию», «Дымку» или «Родник» в минимальной конфигурации с минимальным кубом. То есть не просто колонну «Родника», а вместе с кубом. Соответственно, всего 5 подарков. Это 3 самогонных аппарата для покупателей коптилен и 2 коптильни для покупателей самогонных аппаратов. Итак, что нужно сделать? Приобрести с 9 марта по 9 апреля на сайте russkayadymka.rf или в магазине «Русская дымка» в вашем городе. Приобрести, полностью оплатить. И автоматически этого достаточно, чтобы оказаться среди участников розыгрыша 12 апреля. В прямом эфире здесь на канале «Русская дымка» подведем итоги и назовем имена 5 счастливчиков. Желаю удачи, ну и цените натуральное, вы можете сделать отличный подарок себе, а вдобавок еще что-то выиграть.